Сразу две встречные горки, несколько тоннелей, скульптуры неведомых животных. Сюда приходят кататься даже из соседних микрорайонов. Здесь есть ледяные горки, кататься можно, друзья есть. Мне нравится то, что здесь можно кататься и можно далеко уехать. Можно поднять себе настроение, если ты очень грустный. Я всегда люблю сюда приходить и кататься. Автора снежного городка зовут дядя Володя, сообщают дети. Он любит детей и хочет, чтобы каждый, человек, даже неважно, взрослый, ребенок, смог повеселиться и покататься. Взрослые тоже катаются? Да. Действительно катаются, лед протестировал и наш оператор, а пока путем опроса соседей удалось разыскать героя. Где они? Где ноги их не торчат? Правда, Владимира Базилюка слава не интересует, у него свое расследование. Такую дырку, это же надо постараться, девочки, деточки, а? Это же, смотрите, сколько он пробил, видите? Давайте назовем его Ковырялкин. Всех Ковырялкиных Владимир Иванович знает поименно. Это 5 хулиганов из ближайших домов. Берет вот такую палку, у меня лопату, бабах, перебивает, голову отрубил. Змей Горыныч здесь был такой, Змей Горыныч был здоровый на лапах. Значит, я спускаюсь, зачем ты мальчик отрубил? Родители редиски пошли, повырастали, не делают замечаний своим. А кто не хулиганы, те молодцы. Дети помогают Владимиру Ивановичу укреплять тоннели, заливать горки и делать верблюда. Таких 2 голубых глаза, да? Ну а нос мы здесь делаем. Снежные городки Владимир делает здесь с 86-го года прошлого века. В новом тысячелетии у Владимира солидный возраст и побаливает спина, но он не останавливается. Как это, я люблю детей, во-первых. Во-вторых, я люблю, это интересно, когда они визжат, вы понимаете, кувыркаются. Вот они падают вот так вот и друг по другу падают. Ну и веселее жизнь крутится, вы понимаете. Потому что, немножко на нас серая. В новом году Владимир желает перевоспитания всех хулиганов и мечтает прямо во дворе залить каток. Соседи помогут. Наталья Платонова, Евгений Трефилов. 7!